Россиянам больше не придется каждый месяц снимать показания счетчиков и в строго отведенное время предоставлять их коммунальщикам. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Нововведение позволит снизить нагрузку на потребителей. Возможность перерасчета платежа за коммунальные услуги при этом остается. Его поставщики коммунальных услуг будут делать по итогам проверки показаний индивидуальных приборов учета раз в полгода. Тем, у кого счетчиков до сих пор нет, все-таки придется их установить. Разумеется, если для этого есть техническая возможность. При отсутствии приборов учета с 1 января 2015 года документ дает коммунальщикам право включать повышающие коэффициенты, увеличивающие норматив потребления коммунальной услуги. Кстати, в постановлении упоминается и об общедомовых нуждах. Плата за них должна будет устанавливаться в размере, не превышающем специально утвержденного для этого норматива. Разработчики документа надеются, что эта мера будет стимулировать организации, управляющие многоквартирными домами, беречь ресурсы, пишет сегодня «Российская газета».